Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и прямо сейчас мы посмотрим выступление Димаша на шоу «Les Années Banyo» с песней «SOS». Кстати, по поводу названия, которое носит данное шоу на французском языке, у меня закрадываются такие чувства и впечатления, что я произнес ее неправильно. Можете как правильно объяснить мне в комментариях. Спасибо. Ну что, поехали смотреть. Il a 22 ans, il a gagné plein de concours en ce moment, il est dans un grand concours, il est en train de devenir une star en Chine. Il a derrière nous, il y a quelques représentants de l'ambassade du Kazakhstan qui sont venus le voir, qui sont venus l'encourager. On va rester assis. On va se laisser bercer et on va vivre ensemble ce grand moment. C'est incroyable. Il a repris une chanson justement de Michel Berger, Luc Plamondon, SOS d'un terrien en détresse. Et surtout, grâce à Grégory Le Marchal, il a entendu cette chanson dans son pays et à partir de là, il a décidé de l'interpréter, de la chanter. Et exceptionnellement, bien sûr. Exceptionnellement pour vous, il s'appelle Dimash Kudaibergen. Bravo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai lu Pierre sur terre. Je me prendrai poison. Je n'ai de ma peau. Je voudrais voler mon temps là-bas. Si je commence à être plus beau vous donne. Jeux de jour, que fouder la vie avec les bons dessinés. J'ai comme deux envies, tu mets ta main fausse. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Envoie-le-t-il de l'univers.
Браво! Үлкен рахмет! Il s'appelle... Oh, j'ai du mal à reprendre mon souffle là. Il s'appelle Dimash Kudaiberga. Vous pouvez continuer parce que... Үлкен рахмет! Et je vois dans les yeux de tous ceux qui sont là... Des petites larmes. J'ai rarement eu une émotion pareille. Rarement. Үлкен рахмет. Welcome to Kazakhstan. Merci beaucoup. Eh ben voilà. Eh ben voilà, vous savez quoi? On est tous démontés. Il a appris la chanson phonétique. C'est pour ça qu'il y a quelques mots qui ne sont pas tout à fait. Et ça frissonne. Je vous ai prévenu. Vous savez ce qu'on va faire? Si vous avez vu cette séquence que vous aimez, dites-le à vos copains à la fin de l'émission. Parce que lui, il est obligé de repartir là tout de suite. Il reprend un avion dans 1h30 pour repartir au Kazakhstan. À la fin de l'émission, on vous repassera ce que vous venez de voir maintenant sur l'écran. Ребят, вот сколько мы с вами уже посмотрели выступлений с данной песней. И знаете, это эталонное выступление. О чем же я? Во-первых, я хотел бы начать с... самой концертной площадки. Ну, то есть со сцены. Пол, я заметил сразу, пол зеркальный. Это очень грамотный ход, так как сцена небольшая, и нужно расширять тем самым пространство. Это раз. Во-вторых, невероятно дорогостоящее оборудование. Это просто какой-то космос, наверное, посредством. Начиная от осветительного оборудования, которое просто там за пределами понимания по стоимости, это видно. Заканчивая микрофонами. Потому что Димаш пел в микрофон, стоимость которого явно превышает, если переводить, по крайней мере, на рубли, пару миллионов рублей. Потому что такая запись, такой уровень записи на беспроводной микрофон, это... Я мне страшно представить, сколько он стоит. Далее. Хотел бы сказать по поводу, что я заметил еще, это... как одет Димаш. Великолепно. То есть минимализм, строгий костюм, ну как строгий, ну все-таки костюм. И одно новшество. Я такого еще не видел, ну в плане дизайна. Бабочка нестандартная, классическая, заметьте. Не, возможно, этот стиль уже и подобное решение существует давно, но я увидел первый раз. Очень оригинально, необычно, и оно не противоречит стилю самого образа и костюма. Это очень хорошо. Ну и опять же, прическа. Все, вот все выдержано в идеале.
Тут я ничего не могу сказать. Все очень хорошо. Далее. Вначале у меня отвисла челюсть, и я потерялся. Почему же? Отвечу сразу и честно. Уровень записи, уровень качества записи — это... Как бы вам объяснить? Просто возьмите и послушайте. Я для себя открыл новые грани, новые границы голоса Димаша. И голос Димаша, он невероятен. Ну, мы это и так все прекрасно знаем. Но просто послушайте. Если вы еще не видели данное выступление, просто послушайте и насладитесь этим качеством. Вот как нужно делать. Чтобы во всех шоу, даже, по-моему, в американских шоу нет такого уровня качества. Это просто эталон. Это эталонное качество записи лайв. То есть, заметьте, нет вот этих... знаете, как есть много низов, либо верхов особо не бывает, не слышно. Ну, это называется лень звукооператоров, звукорежиссеров. Здесь же мы видим идеальное соотношение, баланс идеален. То есть басов сильных нет, ну и верхов нет, и все настолько идеально, господи. Также хотел бы еще отметить, почему же я вслушивался вот так вот, сидел с микрофоном. Знаете, ребят, это шум, который присутствует на фоне. Он слабо заметен, но что же это такое? Нет, это не косяк звукооператоров. Нет, звукорежиссеров, это не их косяк. Это звук, это... Если вы слышите данный звук, то есть чуть-чуть шум, это означает, что запись велась на невероятно высококачественное оборудование. Это практически мы сейчас прослушали в формате FLAC. То есть информация намного больше, чем в обычном MP3. Да, по-моему, YouTube может воспроизводить FLAC, насколько мне известно. То есть этот формат Hi-Fi уровня. И на самом деле, ребят, вот кто... Вот если есть у кого-то возможность или доступ к песням Димаша в формате FLAC, Просто слушайте и наслаждайтесь. Это вау. Я вот слушал, и я для себя открыл, опять повторюсь, новые возможности, новые грани. Неизведанные для меня были до сего момента. Те возможности диапазона, что я услышал то, что я никогда не слышал. Это мельчайшие подробности, мельчайшая вот эта вот вибрато, которая... постепенно заглушается, а мы, как мы слышим на обычных, да, на обычной записи выступления, вибрато продолжается, а потом затухание и все. То есть просто затухание медленное. Здесь мы услышали вибрато вплоть до самого конца. А этого я не слышал на обычных выступлениях. Даже в Кремле я этого не слышал. А здесь настолько, вот, знаете, чтобы спеть... Чтобы вибрато было до самого конца в затухании, это, по-моему, вообще невозможно, но нет, это возможно. Для меня, скорее всего, данное выступление станет эталонным по качеству записи. Я опять буду повторять это словосочетание. Эталоном в плане записи. В плане уровня. Это просто вышка. Вау. Я сейчас сижу и обдумываю вообще...
Ну, это, кстати, давненько это выступление было. Я его как-то пропустил. Вау. Скорее всего, на очереди будет в ближайшее время Славянский базар. Потом, какого, как выйдет запись концерта Арнау. Естественно, мы посмотрим его. Естественно. И будем продолжать дальше различные выступления Димаша, как концерты, так и или если он будет на каких-то еще премиях, в премиях каких-либо участвовать, мы будем и тоже смотреть. Также я... Кстати, напишите в комментариях, какие вы бы хотели видео и выступления Димаша, чтобы я посмотрел. Прям вот списками. Потому что достаточно много еще выступлений, которых я не видел, и мне хотелось бы узнать, что вы хотите, чтобы я посмотрел, что, по вашему мнению, лучшее. Хотя, как мы прекрасно понимаем, это Димаш, это видео из разряда 1000+. Так что пишите в комментариях, опять повторюсь, пишите в комментариях, какое видео вы бы хотели, чтобы я посмотрел, и мы составим список и будем смотреть. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Димаша в самом низу, в непосредственно в описании. А теперь всем спасибо. Всем пока.